На современном оборудовании школьники изучают технологию, информатику, основы безопасности жизнедеятельности и многое другое. Так проходят занятия в центрах «Точка роста». На территории Самарской области их уже 87. Открытие точек роста полностью вписывается в стратегию лидерства Самарской области, предложенную губернатором Дмитрием Азаровым. Реализация проекта нацелена на всестороннее развитие детей за счет модернизации системы дополнительного образования. Более 40 тысяч ребят из региона уже смогли познакомиться с технологиями виртуальной и дополнительной реальности, 3D-моделированием и программированием, попробовать свои силы в робототехнике. В центре «Точка роста» мне нравится заниматься 3D-моделированием разных полезных предметов, создавать реальные модели по собственным замыслам и решать в процессе моделирования разные различные технические задачи. А еще у меня есть желание научиться управлять квадрокоптерами, освоить программу и разработать собственное приложение для шлема виртуальной реальности, чтобы создавать свои миры и фантастических персонажей. Только в сентябре по нацпроекту образования, инициированному президентом Владимиром Путиным, по всей России открыли около 3000 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», из них 42 в Самарской области. Елена Малютина, «События».